И снова всем салют. Мы начитаем второй гейм сегодняшнего дня турнира по системе АМ. И снова встречается команда LaRage, только уже с V Just True. На данный момент LaRage проиграла всего пока одну игру, а команда V Just True победила первый свой матч. Ну, сейчас второй матч. Смогут ли LaRage отыграться? Потому что у них в пике опять аппарат, а в предыдущей игре, к сожалению, мы с вами не увидели прекрасный ульт от этого персонажа в данной ситуации. Ну, так вот. LaRage у нас забанила Люкана, Фуриона, Лайфстиллера и Тини. Пикнула, как говорится, опять аппарата, Рубика и Кентавра. We Just True забанила Эмбера, Мирану, Леорика и Вайпера, а забрала Инвокера, Бэтрайдера и Вангефул Спирит. Ну что, 50 секунд дополнительного времени у команды LaRage. Что же это будет? Саппорты есть, хард есть, и темпларка у нас пойдет на мид. Ну что, опять это та самая темпларочка у нас. Или я уже забыл, если честно. Там же была темпларка. Да, против них был инвокер же, все правильно. Опять противостояние на миду. Инвокер против темпларки. Кентавр будет против шамана и венги. Очень сложные саппорты предстоят ему. Ну, еще неизвестно, что возьмут команда VGT. И LaRage придумывает, что же это будет. Это какой-то керри остается. Кто же это может быть? Можно даже логически подумать. По идее, сюда очень хорошо все может подойти. Потому что стан от венги плюс сетка от шамана — это, конечно, большой плюс в данной ситуации. И забанили вивера. Ну, решили так. Ну да, в принципе, вивер бы очень бы мешал бы команде LaRage. Ну, в общем, следующий бан. Команда We Just True. Им остается забанить тоже керри. То есть керри у нас напоследок идет в данной ситуации. Это Луна. Банят Луну. Ну, достойный выбор, не спорю. И у нас последние пики. Кто же будет у нас тащить гейм? Кто будет делать рэмпейдж? Надеюсь, мы с вами когда-нибудь увидим. Потому что за все, что я стримил, ни разу не было ни одного рэмпейджа. Были ультракиллы от Нюкса, по-моему, я видел. Да, от какой-то команды довольно-таки неплохо. Рискованный тип. Летал на раз-два под блинком. Стан догон. Минус МП. Очень мне игра тогда понравилась. 15 секунд остается. Которые вот они, 15 секунд. Появились у нас. Гладис нам говорит 10 секунд. Ну, LaRage могут еще подумать. И кто же это будет, барабанная дробь? И это Медуза! Ух ты! Вот так вот, пожалуйста. Вот вам и выбор от команды LaRage. LaRage. Нет интересного. Ну, как переводится команда? LaRage. Французская какой-нибудь или еще что-то. И это Лина. То есть керри будет венгерка? Ну, мы с вами, к сожалению, пока не знаем. Ну, а мы можем узнать и познакомиться с командами. Команда LaRage. Миспо HD. У нас идет на темпларке. Аберон Ординатус на Медузе. Сабери МКД, если... собирая МКБ, если... У нас на Рубике поменяли ники, поэтому как их основные, я не знаю.
Deep Seventy любит Надин. Не знаю, как правильно сказать. Играет на кентавре. И iSmile играет на аппарате. Ну что, iSmile, не подведи. И у команды VGT тоже самая проблема со скайпом в начале игры. Ну что, команда VGT. Mixday играет на венгерке. Прайс, капитан Прайс, наверное, играет на шамане. SV14 и звездочка играет на инвокере. Инвокер у нас будет экзортовый, ну, наконец-то, хоть что-нибудь такое интересненькое. Soul Seriously играет на бэтрайдере, и Virtex играет на лине. Ну что, go-go, начинаем наблюдать, пока посмотрим нового курьера. К сожалению, нету еще такого 3D-меню. А, нет, стоп, я не то нажал просто, и все. Вот такой вот новый курьер у нас в данной ситуации. Попугайчик. Милый. Ничего не могу сказать. А у команды, ну, курьер, как курица. Потом, когда апту будет, еще лучше. Так, ну что, пожелали команды друг другу удачи. Быстренько посмотрим, все у нас включено, все работает. Да, извиняюсь, если проблемы на стриме, там у кого-то лаги, я слышу каждые почти 20 секунд. Возможно, это проблема на серверах Твича. Ладно, только один пожелал удачи, конечно. Ну, там не удача, чисто приятной игры. Ну вот, пожелали друг другу удачи. Мы также желаем всем удачи в сегодняшнем матче. Так, ну бэтрейдер у нас идет на легкую. На сложную у нас отправляется Virtex и Mixday совместно с шаманом Прайзом. Ну что, трипла на триплу. Боятся, да, боятся медузу, потому что медуза в лейте будет, конечно, жестко убивать. Ну, если, конечно, ее контролировать, как и решил команда VGT, то это будет очень правильное решение. Так, мисс по HD на топ-ларке играет на миду против инворкера SV14. И на топе у нас кентавр против бэтрайдера. Ну что, будет, наверное, жаркие баталии на боте. Это, конечно, будет очень-очень приятно. В принципе, у команды VGT, можно сказать так, почти три саппорта. Ну да, если, конечно, венгерка выформится там под дизоль или еще что-нибудь, это, конечно, будет очень неплохо для нее, ну и для всей команды. Так, что у нас дальше происходит? Ну, битва саппортов в лесу, когда основные, как я понял, керри формятся по голде. По голде. Ну что, пока такого сильного противостояния не видим. Ну, конечно, никто не рискует. Немного сильно подбивает Рубика у нас. Аппарат пока не использует у нас Челлинг Тач. Ну, не будет, наверное. Без необходимости. Так, что у нас пока на миду? Ну, темпларка неплохо фармится. Есть уже, кстати, ботл. У инвокера он чуть-чуть будет запоздалый, но не так уж и сильно. На топе бэтрайдер против кентавра. Ну, если сейчас кентавр будет не очень осторожен, то и бэтрайдер может сейчас сделать этот первый ФБ. Лина, куда она у нас отправилась? Лина, тут у нас появился руна инвиза. Луна будет контролировать. Не будет контролировать, будет, возможно, помочь. Не, я буду к инвокеру. Нет, пойдет, она все-таки на бот. Здесь врывается Челлинг Тач. Стан по аппарату. Здесь очень плохой шейкл от Шэдоу Шамана. Но Шэдоу Шаман, к сожалению, поздно осознает, что он один почти. И погибает ТФБ за команду для Рейдж. Вот так вот. Так, Сентрак все-таки нашли. Команда для Рейдж. И сбивает его. Неплохо. У Луны сейчас скоро закончится у нас инвиз. Поднимает у нас венгерка, понимает, что венгерка здесь одна, и что, стан очень неплохой от Лины, и венгерка убежит, нет, не убегает, Рубик ее забирает, 2-0.
прибегает сюда Шаман. Ну, не скажу, что у VGT сейчас в данной ситуации все плохо, но вместо Венге можно было, наверное, что-нибудь еще интересненькое придумать. Ну, не знаю. Шаман и Венга очень хорошая, но я не думаю, что Луна, Лина появится у нас в данной ситуации. Ну, раз решили, так решили. Команды сделали свой выбор, а что будет, мы с вами не знаем. Что тут происходит? Ну, Санстрайк на двоечку, Квас слабенький, немного хилит, конечно, инвокера, но это лучше, чем ничего. Сейчас у нас Темплак показывает хорошую игру, 18 крымов по сравнению с 13 у SV. Что у нас происходит на топе, пока есть возможность посмотреть? Кентавр, ну что, Транквилл у нас будут... Ну, не знаю, будет ли это Транквилл или, может быть, сразу Блинка. Потому что Бетрайдер есть уже ботинок, летит что-то к нему. А что к нему может лететь-то? Там пусто. А, ну, Боттл. Он перезарядит Боттл. И у нас сейчас Курьер будет очень медленно. И у нас на миду Инвокер. Санстрайков забирает здесь Рубика. И у нас здесь замес очень неплохой. Забирает у нас Лину, забирает у нас... аппараты с Рубиком, и неужели у нас выживает все-таки Медуза? Не заметили мы с вами замечательной игры, что там произошло. Ну, были, наверное, и станы, все было. Погибла только Луна у нас. Ну, Шаман, видим, что полностью раскастовался, не хватает у него теперь маны на какой-нибудь ли прокаст. И... да, если бы я смотрел сейчас на мид, можно было и посмотреть, что идет замес на боте. Снова извиняюсь, постараюсь, чтобы такого больше не было, но обещать не значит сделать, так что просто смотрим. У Медузы появляется наконец-то Фейза, и Фейза также и Теплаки, уже три полных ботинка купили у нас команды. Ну, Кентавр видно. Возможно, действительно это будет Блинка. Бетрайдер. Вот сейчас Бетрайдер чисто на Блинку будет. Не будет, наверное, Транквилла, потому что... Ну, конечно, никто не агрится. Может только Бетрайдер начать, но и то. Это может увенчаться успехом для одного из двух. Ну что, под смоками. Команда для Рейдж готова заходить на эту... триплу саппортов. Кого же они смогут забрать? Рубик влетает. Ультимейт от Кентавра. Ну что, стан по Рубику. Успевает он все-таки поднять хоть кого-то. Прайс погибает здесь. Следом за ним погиб и Рубик. И, возможно, отсюда аппарат не уйдет. Аппарат здесь погибает. И что? Даблкил делает у нас Луна. О, Лина. Извиняюсь. Перепутал Лину с Луной. Чуть-чуть. Выживает. Ну что, с одной стороны, удачно для вас замес был у Лерейдж, но победили его VGT. Возвращается сюда у нас Shadow Shaman 4 уровня. Скоро уже будет неплохой ганг. У Венгерки появляется у нас свап. И у Лины еще пока его нету. И вот уже, наверное, 4 фейзы. И их приобретают у нас Венгерочка. Так, что у нас на миду, кстати? Противостояние. И... ой-ой-ой-ой. И у нас Лина отключилась. Ну... ну, может быть, конечно, да. И такой спешл... специальная такая пауза. Курьер забагался. В смысле... а, у команды Брайс. Ну что, ждем Лину. Ждем. Будем сейчас готовиться к этому замесу, потому что, возможно, у нас отсюда инвокер не убежит. Уже нет ультимейта. Может, конечно, колс нам дать и с руки под тавер хоть что-нибудь сделать. Но у Темплаки остается всего 3 шанса задефать какой-нибудь ультимейт, ну, удар. Ну а что с курьером, я, к сожалению, пока не могу понять, что. Ладно. Ждем Лину.
По поводу стрима, ребята, я извиняюсь, что, возможно, это на Твиче, потому что редко у меня такие проблемы. Потому что записи делаются неплохо. Наконец-то хоть чуть-чуть чат у нас оживился. Всем привет, кто на меня смотрит. Так, ну что? Где наша Лина? И сейчас аккаунт у нас недоступен, да? Ой. Так. Промахнулись. Так. Думал, что попаду. Так, не, в доте где-то у нас сейчас Лина. Сейчас ждем ее буквально несколько секунд, может быть, чуть меньше минуту. Да-да-да, я извиняюсь, что Луна, я перепутал несколько раз. Простите, пожалуйста. Лина. Все. И Лина у нас подключилась. И мы с вами начнем заново наблюдать за увлекательной игрой. Так, ну мы приходим на мид, потому что там сейчас самое интересное должно произойти. Может быть, сейчас сделает пятый килл одна из команд. Кто же это будет, еще неизвестно. Просит еще чуть-чуть паузу VGT. И что, гол. Начинаем. 3, 2, 1. И кол с нам, конечно же, делается под темпларку. Но нет, не уходит отсюда инвокер. И пару тычек, и последняя тычка забивает. Инвокер и Лина у нас что тут? Пришла на помощь. И замес дракона. Dragon Slay. Очень хороший от Лины. И забирает они еще и темпларку. Тут у нас, кстати, был замес, я как понял. Я пропустил все самое интересное. Погибла у нас здесь и Медуза. Но и погибла и Венгерка. А на топе у нас все спокойно. Без киллов все у нас. Кен фармится. Бэтрайдер фармится. У Бэтрайдера вот скоро уже будет блинк. Но наравне идут почти. Разница только в 10 золотых. Не страшно. Для одной из команд. Так, ну что, у Медузы наконец появляется заветный шестой левел, этот ультимейт, который превращает всех в камень, будет очень и очень хорошо спасать в каких-то замесах. Так, Лина забирает у нас здесь ДД, идет у нас на топ, Бэтрайдер, ну, немного отпился, обузит он ботл свой. И что, здесь он по смоками готовился был влететь. Рубик поднимает, Рубик Лину, Лину поднимает. И что, уходят просто. Испугались друг друга. И уходят. Ну что, переходится. Переходит трипла на топ. Бэтрайдер, возможно, он сейчас уйдет у нас на низ. Но не знаю, будет ли это хорошая идея. Или, возможно, это будет просто шанс на то, чтобы забрать тавр. Есть у шамана уже змеи. Змейки эти будет очень неплохо спасать. Битва опять на миду вроде бы намечалась, но нет, темплак чуть-чуть далеко зашла. И у нас здесь замес, стан очень хорошо. По кентавру шейкл будет, нет, не будет. Не успевает, он сделал свой стан и погибает. И вот они змейки, это минус будет тавр. Нет, прожимается глиф, ну а кто его будет дефать? Дефать некому. Нет, не идут никто, дают тавр почти без боя. Смерть только одного кентавра, все решил. Пришел сюда Рубик, Рубик еще без ультимейта. Ловит здесь у нас Лину, но Лина... Ну что, а что? Ну, Лину чуть-чуть
поймали, в ловушку попадает у нас здесь Лина. И что, неужели заберут? Стан очень хороший по Рубику, и Рубика здесь у нас забирает. И на развороте здесь еще попробует забрать и Теплаку отсюда не уходит, конечно же. Лина у нас сегодня живучая, на нескольких, там, 10 хп уходит отсюда. Инвокер, конечно. Ой-ой-ой-ой, если бы сейчас эти крипы заденайли Лину, это был бы, конечно, просто фейл. Ну что, у команды VGT сейчас все неплохо. Ну что, 10-я минута, смотрим статистику. 2000 по голде лидирует VGT. Вначале, конечно, они чуть-чуть отставали, но сейчас уже карта в ихней пользе. А по опыту, ну что уже, до 3000 почти скоро дойдут. Аркана приобретается у нас у шамана, и урна появляется у Лины. Инвокер немного пушит тавр, и вот он, блинк-даггер от кентавра. У бетрайдера тоже, кстати, он есть, что-то я его даже не заметил. Ну что, ждем хорошие врывы. Темплака заходит слишком далеко, здесь ее можно было попробовать принять. Ну что, нет, ультимейт от кентавра просто вовремя. Ловит здесь у нас бетрайдера, подымал. У нас здесь Рубик. Так, ну что, Рубик есть ультимейт? Нет, осталось совсем чуть-чуть, чтобы хоть какой-то скилл у противника забирать, потому что он нужен. Почти в пятером команда VGT на миду. Возможно, это, конечно, будет сейчас драка на миду. Ну а медузу сейчас никто не трогает. И это, возможно, будет, конечно, большая ошибка для команды VGT. Ну что, не знаю даже, что лучше. Деньги или не дать персонажу выфермить хорошие итемы. Снова змейки, снова идут на башню. Забирать дефать нечем. У аппарата, ну, пока не все плохо. Есть на шестом почти. Скоро будет ультимейт. Может быть, конечно, не к 20-й минуте. Конечно, был в предыдущей игре полный бред. И минус тавер на миду. Что, идут на шамана, но шаман сделал тэп-аут. Стоп, не, вру. Извиняюсь. Шаман это и у них. У них был кентавр. Кентавр сделал тэп-аут. Так, венгерка. Свап есть. 8-й левел. Лина стоит у нас в центре. Что мы не делать? Стаки. Довольно, кстати, она вовремя это сделала, потому что, во, все, не сделается стаки. Очень вовремя сделала. Так, под смоками. Команда LRH готовы на врыв. Могут сейчас принять здесь хотя бы Лину. У Лины есть ультимейт. Ну что, готово. Поднимает стан очень хороший, неплохо. И заморозку это минус Лина. Не повезло сейчас Лине. И команда VGT вынуждена убежать. Потому что начинать без него очень плохо. На топе у нас инвокер, фармится, санстрайк есть, спириты тоже есть. На мидас, кстати, он фармился, я даже не знал. И что-то у нас здесь рисует. Команды. Возможно, как лучше подходить с одной или с другой стороны. Так, ну что у нас пока? Бетрайдер готов, влетает. Ну что, немного огонь, конечно же, попадает. Здесь кентавр, очень хороший врыв. Здесь почти венгерка отлетает. Ультимейт есть, аппарат очень хорошо попадает по венгерке. Венгерка у нас погибает, также и бетрайдер, кстати. Ну, вот это я не заметил, потому что ульт аппарата наконец-то был в тему. Наконец-то он у нас появился и использован просто грамотно. Просто грамотно. Так, ну что, один инвокер здесь стоит, его можно попробовать забрать, но чем? Тут у нас только медуза. У медузы скоро, конечно, будет линка, есть, конечно, арба. Осталось ему только собрать персеверанс. Но успеет ли она к очередному замесу, это мы узнаем чуть попозже. Так, ну что, темплака у нас в инвизе. Была. А у инвокера наконец-то появляется форстав. Неплохо. Так, ну что, битва Т1 на боте. Ну что, ультимейт от парата попадает только по венгерке. Очень неплохо здесь. Рубик своровал змейку у шамана. И шаман отсюда
Не, убегает шаман, конечно. Но инвокер сильно проседает. Он сейчас должен вообще не уходить никак. Но змейками не контролирует здесь. Он шаман здесь. У нас потеряли Лину. Здесь Шейкл попадает у нас кентавр. И морозит. Морозит шамана. Шаман отсюда не должен... Нет, уходит. Нет, не уходит, к сожалению. Здесь инвокер пытался напоследок сделать колснап. Но его Рубик забирает. И 3 в 0. 3 в 0 для команды для Рейдж. Если сейчас, конечно, инвокер вовремя возродиться и сделать хороший санстрейк, может и забрать и Рубика. Если, конечно, увидит. Не знаю, получится, не получится. Вышка. 90 хп. Теперь можно ее задонать. Конечно... ну, кто так сильно у нас это... спамит на карте? Нет, команда для Рейдж не будут его донать, хотя надо было бы. Не знаю, почему не сделали этого. Так, ну что, 16 минута у Луны. Теперь в баночке у нас есть иллюзия. Скоро будет БКБ. Это будет большой-большой плюс. Потому что в предыдущей игре у команды для Рейдж его не было. Команда VGT. Бэтрайдер, готов ли влетать? Ну, готов. Стан очень хорош попадает по темпларке. Темпларка проседает здесь. Довольно сильно Шейкл совместно с... Ой, боже мой, что здесь творится? Ультимейт аппарат очень хороший попадает. И забрали Бэтрайдера вместе с шаманом. Выживает у нас здесь темпларка. Хороший сейф. И кентавр вовремя прибежал. Все сделали грамотно. Защитили темпларку. В общем, молодцы. Ничего другого не могу сказать. Плак идет по речке. Тут трое из команды VGT готовы как-то это. Стан попадает, очень хороший колснап. И она должна никуда не уходить. И на развороте она может что-то показать. И забирает Лину. Но перед смертью только это смогла сделать. Забрать Лину. Конечно, если бы еще и венгерку, это было бы супер. Не успевает забрать у нас руну инвиза. Аппарат заденайл на ставр. Летит ультимейт. Кстати, ой-ой-ой, нет. Рейнджа чуть-чуть не хватило. Ему бы сейчас сделать скилл у нас сделал. Здесь аппарат. Но аппарат сейчас уже участвует неплохо в замете. Наконец-то есть арканы. Хоть он себя уже показывает в данной игре. Рубик, пока напоследок есть пока ультимейт от шамана, можно было его использовать. Но не знаю, конечно, сейчас просто он отдает голду для инвокера, и что не очень правильно. Конечно, можно было его не использовать. Ну вот так, Рубик, конечно, неграмотно поступил. Влетает у нас кентавр, не успевает сделать стан, и вовремя инвокер здесь уходит. Но что у нас здесь, аппарат неплохой сделал ультимейт, санстрайк по камню не попадает, и кентавр у нас, к сожалению, погибает. Здесь бэтрайдера можно на развороте принять, очень неплохо. Свап на Рубика, Рубик у нас отсюда не уходит, здесь инвокер его забирает. И здесь темплака под БКБ забирает шамана, делает минус даблкил. И вот он ультимейт от Лины, и это Лина делает. Просто... не знаю, что, как сказать. Минус 3. Команда VGT делает. Ну что, надо пушить дальше. Или, возможно, попробовать пойти на Рошана. И вот он, заветный артефакт от Медузы. Наконец-то есть у нее линка. И это большой плюс. Ну посмотрим, сможет ли она... выживать в данной ситуации, потому что счет у нас 17-14. Инвиз уничтожил инвокер. Ну, решил, что мне не надо. 300 денег имеет в кармане инвокер. Что же это будет, неизвестного. Может быть, и тревела он купит, но не знаю. Конечно, можно и что-нибудь эффективнее. Ну, у инвокера все руки есть. Купит все, что захочет. Некрономикона. Первая книжка. Потом будет листы дополнять. Так, Лина. Ну что, чистый саппорт. Бэтрайдер есть. Блиндагер. Остается только рецепт на форстав. Венгерочка. У нас есть и Яша. Будет, наверное, Саша и Яша, я как понял. Не будет никакая манта. И наконец-то Ларэйдж забирает еще один тавер. Сравнялись по таверам. По убийствам, конечно, они лидируют. ТП делает у нас здесь Венгерочка.
Ну что, пока бетрейдеру влетать очень будет тяжело, потому что только фурстаф есть у инвокера. Ну что, не рискует обе из команд. Понимают, что замес их хоть какой-то проиграет. Конечно, не все еще выиграют, но какую-то сторону можно и потерять, или башню. Ну что, отошли пофармиться. 20 минута, можно быстренько посмотреть статистику. Это не статистика, ошибся с клавишами, извиняюсь. Ну что, Ларейч, небольшое было преимущество, но потом оно спало. Но пока они все равно в лидерах на 1500 по золоте и по опыту на 2500. Ну что, пока, если не будет у них ошибок, они могут продержаться дольше и, возможно, выиграть сегодняшний матч. Ну и VGT не будут сдаваться. Они почти на равных идут. И у шамана появляется у нас блиндагер. Ну, интересный артефакт. Почему бы и нет, как я люблю повторять. И, наконец-то, и у темпларочки появляется у нас заветный блиндагер. И вот он, форстав, который так необходим бетрейдеру, чтобы влетать в этот замес. Точнее, даже не влетать, а просто начинать бой. Так, ну что, врыв под смоками у нас, наверное, не ожидается, потому что одна из команд решила пофармиться, пока есть у них возможность. Темплака можно здесь попробовать принять, бетрейдер здесь уже тут так тут. Темплака идет сама, попробует соло забрать Лину, но Лина уже все видела, варды просто прекрасные здесь стоят. И бетрейдер включил он свой Firefly. Пытался, если что, на сейф под Лину. И вторая страница от некрономиконов собирается инвокером. Ну что, правильное решение. Очень неплохое. И будет под инвизом все видно у противника. Ну что, собирается у нас все на миду. Будет ли это битва очередная? Медуза, к сожалению, еще далеко. Она фармится. Есть у нее, кстати, Яша. Может быть, конечно, Монта у нас будет. Ну, не знаю. Но что соберет, на то и соберет. Ну, конечно, это будет, наверное, все-таки Монта. Ну что, команда под смоками идут. Команда в VGT готова к врыву. Или нет? Они пойдут на Рошана. Вот такое решение приняла команда под змейками. Все, начинает его забирать. Очень тяжело отлетает у него здесь куски. Превратили в курицу. Шейкл. Ну, аппарат, конечно, вовремя замечает. Ну и на 23-й минуте у нас забирает Рошана. Очень хороший стан здесь по двоим делает команда для Rage. И забирает сразу двоих. И минус это Аегис у Темпларки. У Венгерки. И Венгерка забирает трипл килл. Дело здесь у нас кентавр. Очень даже неплохо. Даже ультимейт... Не, у Медузы был ультимейт. Ну что, команда VGT забрала Рошана, но замес выиграла команда для Rage. Вот так вот у нас поступает команда. Ну что, идут на снос Т2 на миде. Дефать пока некому. Хоть и Лина у нас снова вернулась, Венгерочка тоже тут. Через 10 секунд в нашем игре появится. Так. Извиняюсь за небольшую задержку. Так, пропускаю, к сожалению, замес. Потеряли здесь Рубика. Шейкл очень хорошо по линии. Извиняюсь. На темпларке. Ультимейт от Лины забирает темпларку. Аппарат отсюда, возможно, не уйдет. Ну что, бетрайдер готов врываться. И граната очень хорошая забирает аппарата. А медуза разультовалась, но все от нее отвернулись. И что? Сбивает ей линку. Ну что, стан попадает. И нет, отсюда, конечно, медуза не должна уходить. Минус медуза. 4-0. VGT сейчас взяли этот матч. Точнее, не матч, а бой. Еще матч не закончен. Извиняюсь за свои ошибки. Возможно, я действительно немного подустал. Я понимаю, что там сейчас в чате идет
баталия про мои ошибки. Ну, ошибки есть, ошибки надо исправлять. Я не спорю по поводу стрима, я еще раз повторяюсь, извиняюсь там. Возможно, сервер, возможно, и может какие-то у меня настройки или еще что-то левое работает. Хотя ничего лишнего я тут не ставил. Ну что, забрали еще один тавр команды VGT. Аппарат, конечно, разультовался, но не так уж и сильно этот Ice Blast что-то решит. Ну, в общем, вот так вот. Бетрайдер. 1700 денег. Возможно, это будет тревела какие-нибудь. Потому что, ну, голый ботинок еще без апгрейдов. И форстаф появляется у Лины. Уже три форстафа имеет команда VJT. И бетрайдер может неплохо так приносить противников под свой тавр, под свой фонтан. Аж с тремя форстафами это, конечно, будет легче легкого. Венгерка. Есть у нас Яша. Нет, все-таки она купила БКБ у нас в данной ситуации. Я думал, конечно, это Саша Яша, но... Но бред, конечно. Это был бы, если бы она купила. Так, шаман. Есть блиндагер. Так, врыв. Врыв на бетрайдер. Бетрайдер отсюда не должен уходить. Аппарат очень хорошо ультует, поднимает здесь бетрайдер. Бетрайдер поднимает, и это минус бетрайдер от аппарата. Ультимейт в последнюю очередь взлетает. Еще 21-18 на 26-й минуте. Так, Рошан у нас появится, ну, как минимум через 4 минуты. И там еще дополнительные 0 от 0 до 3 минут. Ну, что-то одно из двух же. Так, собирается на меду у нас команда, только без медузы. Медуза продолжает у нас фарбиться, конечно же. Это самый долгий лейт. Самый тяжелый персонаж, который можно фармить очень долго. Ну что, здесь лоя поймали у нас здесь шамана. Шаман здесь погибает, у нас здесь погибает. Еще и кентавр, инвокер он просто руки забирает. Здесь бетрайдер тоже ловит. Здесь у нас темпларочку. И темпларочка у нас погибает. И следом погибает и Рубик. Ну что, счет 3-2 в данной ситуации. И опять разменялись киллами команды. Идет бетрайдер, гонится за бедного аппарата. Надо его попробовать поймать, но нет. Не рискует. И сносит несколько вардов по пути. И вот он. Вот оно время, через которое у нас появится Рошан. 4.20. А уже Аегиса у нас нету. Идут за последним тавром команда VJT. Просто пока есть время, можно подпушить данную ситуацию. Но без крипов пока их нету, пушить нечем. И команда Elrage готова тоже попробовать из-за дефа, пускай и без темпларки, без мидера. И у медузы, кстати, появляется наконец Монтая, инвокер разрушил у нас башню, и Майл Шторм у нас зачем-то прибетает у нас венгерочка. Так, стан был по кому-то, и кто-то, видимо, убежал. Бетрайдер. С блинка от кентавра. Или, честно, не заметил, на кого напали. Ну что, команды идут очень ровно, но по таверам выигрывает команда пока VJT, но по киллам, ну, не так уж сильно, пока Elrage. Будут ли, наверное, ждать пока Рошана, одна из команд, потому что команда боится. Понимает, что что-то не так и могут проиграть. Команде Elrage сейчас вообще проигрывать нельзя, потому что если они проиграют, они все, они, видимо, выбывают из турнира. А команда VGT, если они выигрывают, то они уже почти автоматически выходят вперед. Потому что, надеюсь, они не дойдут до такой системы, как тайм-рейтинг. Так, ну что, инвокер у нас прибетает наконец-то Хекс. И команда VGT идут под смоками забирать противника, искать свою жертву. Кого же они тут выберут? Конечно же,
кого... того, кого найдут первым. Ну что, видит он у нас Темпларку. Темпларку стан очень хороший. Здесь что, Санстрейк? Ну, ни по кому. Вовремя включается здесь у нас БКБ. В замесе погибает у нас Лина и Бэтрайдер. Следом за ним и Шаман. И сразу же делал даблкилл. Медуза забрала Венгерочку. Бедно Венгерочку. А Инвокер у нас мог убежать. Хекс даже не был... Не прожали его. Нечем просветить. Инвокера здесь стан кентавра вслепую. Никто не заметил. И уходит. Уходит через хайграунд. Инвокер у нас здесь. Ну что, замес сейчас выиграли Ларейдж. Они идут дальше. Идут сносить тавр. Байбеков у нас. Байбеки у команды. Так, инвокера не надо. У Венгер нет. У Шамана и только у Лина есть. А, нужна пауза, пишет команда VGT. А, ну да, на самом деле согласен, потому что уже время для следующего матча. И надо предупредить. Все правильно делать, как по правилам, молодцы. Так, ну что, пока мы ждем, 30-я минута, можно... Так, опять я ошибаюсь с клавишей. Так, никак установлено. Ну что, по золоту, так, можно здесь посмотреть. Ну, выигрывает чуть-чуть команда VGT, всего на 3000. А по опыту команда LaRage, ну, где-то в 3000 опережает команда VGT. Ну что, команды идут наравне. Но сейчас, конечно, замес выиграла LaRage. Смогут ли VGT сейчас защититься, задефать сторону? Я даже не знаю. Так, ну что, VGT готовы. Или нет? Так, что можно пока посмотреть? Так, ну что, Лина у нас урна форстав. Есть досты. Ну что, буду пока сохранять байбек. Бэтрайдер. Ну, имеет 3200 денег. Что он купит, еще неизвестно. Шаман. Ну, видимо, идет на Аганим. Авенга у нас. Ну что, Майлшторм, конечно же. Будет ли она его апгрейдить, неизвестно. И инвокер, ну, конечно же, он купил хекс, поэтому денег у него сейчас почти не осталось. Он единственный, кто может пока задефать, но пока в 3 секунды дождаться саппортов и остальных из команды VGT. Так, для рейджа. Медуза, ну, имеет тоже в кошельке 3200. Может быть, это какая-нибудь там Скади или Тараска, конечно же. Ну, что-то одно из... Двух, конечно, выбор большой. И у нас кентавр, к сожалению, вылетел. Будем его ждать. Так, Виталити Бустер у него имеется. Вангвард или еще какой-нибудь артефакт, я даже не знаю. И просит команда 3 минуты у нас. Видно, что-то случилось. Возможно, ребут компьютер или еще что-нибудь. Так, аппарат, ну что, он всего лишь почти... меньше 500 голды до заветного артефакта, до Аганима, и это большой плюс будет для команды для Rage. А у Рубика, ну что, есть урна, есть став у Визарте, будет возможно какой-нибудь форстав, но на больше ему нечего такого собирать. У темпларочки БКБ есть длительность всего 7 секунд на следующий раз. И это будет какой-нибудь дизоль. Так, ну, я даже не знаю, что еще сейчас делать. Так, что там из противников? Они уже закончили? Или что там?
Ну что, Sega и Avia, не знаю, еще не закончили, видимо. Еще играют. Потому что результатов еще нету, поэтому... Поэтому, надеюсь, мы начнем матч довольно-таки быстро. Но команду, конечно, надо и отдохнуть. Потому что уже как полчаса идет игра. Пока еще выбирали пики-баны. Так, ну а что можно пока еще сделать? Я даже не знаю. Но можно чатик почитать, наверное. Что там пишет? Так, что там интересного? Минус дабл килл. Так, ну голду я вроде бы вам показал. Ну да. Я еще и картавый. Так, ну у нас пока пауза ожидается. А, не, уже, наверное, паузы уже не будет. Кентавр у нас возвращается. И Лина тоже. Команда готова, и мы с вами снова начинаем наблюдать за командами. VGT сейчас надо дефать, но нет. Команда для Рейч идет, чтобы забрать башню. Команда VGT сейчас надо уже хранить байбек. И вот он, заветный артефакт у темпларки. Это дизоль. Дизолятор. Очень будет помогать в данной ситуации. В принципе, у VGT довольно-таки все тонкие, пока они соберутся до каких-нибудь таких сильных артефактов. Но, в принципе, у них там все на интеллект только. Ну, кроме Венга Фулл Спирит. Ну что, команда VGT под смоками готовы врываться. Бэтрайдер. Пока Фаерфлая нету. Не рискует. Вижена почти нету. Ну что? Начинает. Залет. Блинк нету. Ну где блинк? Боже мой, что творится? Что творится здесь? Ой-ой-ой-ой, как неудачно делает команда VGT. И сразу же даблкил делает здесь аппарат. Своим ультимейтом здесь уже сразу прикончили. И инвокеры забрали Венга Фулл Спирит. И Бэтрайдер сделал на зачем-то байбек. Вернулся на топ. И что? Байбек неудачный, и забрали еще и шаман. Минус 5 делает команда Ларейдж, плюс еще и байбек. Ну, сейчас команде надо забирать этот потихоньку тавер. Байбека только у Лины и шамана. Ну и все. Будут забирать, конечно же. Гранат кидает Бэтрайдер. Ну, хоть чуть-чуть отдефать. Но сейчас только у нас появится Лина. Ну, сторону уже, наверное, VGT потеряли в данной ситуации. Бэтрайдер. Есть лассо. Может быть, это будет неплохой врыв. Опять граната. Тавр, конечно же, не за дефл, но не отдал кому-то из игроков. И у парата появляется у нас Аганим. Это очень неплохо. Ну что, казарма мечников только у нас остается. И нет, все, уходит команда, стан в никуда. Шаман пытался кого-нибудь привязать. Очень хороший свап у Венга Фулл Спирит. Ну и что, погибает здесь у нас шаман почти сразу же. Здесь на развороте, что, остаются еле живые. VGT делается байбек здесь шаманом. Минус делает здесь у нас по Венга Фулл Спирит. Погибает у нас здесь Лина. Сразу же погибает здесь шаман. Ловит здесь у нас Бэтрайдер темпларку. Но темпларка
благодаря Рубику здесь выживает. И это GGVP. Лерейдж отыгрались. Счет у них 1-1. А VGT у них тоже счет 1-1. И последний матч может для каждой команды все решить. Ну что, а вы не переключайтесь. Ждем следующую с вами игру, которая начнется, ну, надеюсь, сразу. Потому что, надеюсь, остальные команды доиграли. Ну что, до следующего матча.